Хе-хе-хе, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами доктор, и это Калипсо Протокол. Следующая серия. Необходимо найти еще какой-то лифт, чтобы добраться до Элая, который там у нас ждет. Он уже, кстати, быстро добрался, а мы еще до сих пор идем через всю станцию. Короче, приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставьте лайк. Есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ой, иди, твою мать. Да. Я ж убил его в прошлый раз. Да не говори, вообще хрень какая-то вообще непонятная. Так, все. Где-то сейчас еще один вылезет у нас. Оп. Где? А ну сдохни! Все? Отлично. Все. Я сказал спокойно лежать. Ага. Так, понял. Мне сюда нужно найти предохранитель. Ищем. Так, здесь все закрыто, никого. Идем туда. Я так подозреваю. Где? Ты опять эта хрень? Етить колотить. Сколько этой хрени здесь? Это несерьезно, слушайте. Так, ладно, здоровье подобрал. Кстати, та зараза-то, она же у меня тоже. Я ж с нее ничего не взял. Где? Вот она. Кредиты оставил. Забирай. Все, погнали. Давай, Джейкоб, беги, что ты идешь в развалочку? Так, тут никого. Да ну спокойно. Блин. Все-таки он мне тоже втер. Так, они там откуда-то вылазят. Я туда залезть не могу. Ну, нечестно, мне кажется. Так, прошло сохранение. Да, блин! Вечно их не замечаю. Надо повнимательнее на них смотреть, где эти сволочи находятся. Так. Окей. Так, а этот поди сломать можно? Нет. Может так? Нет, не работает. Ладно. Почему он не бежит? О. Так, перезаряди. Отлично. Где? Где? Где он? Ё-моё! А ну сдохни! Чё, ещё где-то? Нет никого? Так, патроны. Ящик. Давай.
Так, а я... я в смысле с этой стороны? Серьезно? А как я туда вообще залез? Я даже не подошел. Печально. Все, загружайте меня обратно. Так, все, я тут был уже. Блин, а! Опять эта хрень. Отвали от меня. Пакость. Так, короче, к этой хрени лучше не подходить вообще близко. Пошли. Сейчас где-то тут вылезет. Так, нет, не здесь. Вон там он. Давай, иди сюда. Все, собрали. Короче, к этому лучше не подходить. Ну его нахер. Найс, да. Нет, не ломается. Заряди. Отлично, достаем. Офицер Кэрри. Как... Блин. Ладно, тут прочитаем. Офицер Кэрри Браун. Давай. И чё? Первоочередной приказ отправить наряды охраны к ремонтному участку системы кинетического управления камерами. Ценный объект следует переместить в 3.15. Допускается только персонал с уровнем допуска Z. Очень... О, огонь на поражение разрешен. Че у вас тут происходит? Ни хрена не понимаю я вообще. Короче, вы тут опыты делали, да? Назад. Вы делали опыты. Все понятно. Эти опыты пошли боком, я так и понял. Так, все, давай, залази сюда. Так, достань. Так, я надеюсь, он сейчас не пойдет сюда ко мне. Давай, запустим один инъектор. Есть. Хорошо. Отсюда инъектор достань. Достань палку. Есть у меня такое подозрение, что кто-то лазит. Ладно, ладно. А давайте-ка мы вот так вот сейчас сделаем. А, блин. На. Иди сюда. Так, чё? Идёшь сюда, нет? Воу! А, да ну нахер. Ё-моё. Сдохните все. А, да ну. Капец. Нихера их тут поналезло. Оу, ничего мне втер.
Ребята, еще один. Алло. Хватит меня лупасить. Обалдеть. Так, тихо. Мне срочно надо уширнуться. Ай-яй-яй-яй, как не вовремя-то. Летит колотить. Блин. Зачем ты это сделал? Еще раз. Пошли. Так, что, где? Я дезориентирован. А где я вообще? Алло. Это меня сюда закинули, что ли? Что-то я сейчас не понял. Прикола. Так, ну, я оттуда пришел сюда. Ага. То есть чекпоинт произошел там, и все, и больше их здесь нету. Не, ну это, наверное, хорошо, конечно. Но только как мне пройти дальше? А, там через верх, короче, туда пробраться, да? Так, здесь не работает ничего. Это что мы тут собрали? Предохранитель от ворот, это шикарно. Здесь тоже ничего нету. А, нет, тихо. Предохранитель от ворот, его же куда-то ставить надо. Ну, не здесь. А, вот, вот. Так, пойдем сперва туда, наверх пройдем. Там же есть проход. А потом будем предохранитель от ворот вставлять. Это я куда пришел сейчас? А, ну так это я в начало, что ли, вернулся, получается? Или где? Ну да. Найдите выход из подвала. Это я понял. Это я отсюда пришел. Подвал хранилища. А, ну давайте, раз я пришел, что, втыкаем? Так, мне, кстати, меня прервали, не дали сделать укольчик. Давай. Итак, гиды, это я. Так, ну-ка, залазим сюда. Это я куда зашел? Преобразователь энергии, хорошо. Это что вообще такое? Чертеж дробовика Скунс. Ага, это чертеж. Не, ну чертеж-то по-любому надо взять. Давайте мы что-нибудь выкинем. Так, ну вот этот выбрось. Так уж и быть. Жаль, конечно, но что поделаешь. Или что, или блок аккумулятора, да? Давай блок аккумулятора выкинем. Все. Так, чертеж — это вещь хорошая. Так, сюда, сюда я не выйду больше. Так, ну все, пошли обратно. Тут одной дорогой. Так, ну это у нас, это мы не возьмем, все, идем сюда.
Так, предохранитель забери. Это я, короче, попал в самое начало, ребят. Да. Можно сказать, в самое начало. Всей этой. Всей этой эпопеи. Так что идем дальше сюда. Это он интересно. Сперва бежит, потом идет пешком, потом опять бежит. Так, тут у нас вентилятор. А мне сюда. Да, теперь сюда. Ну все, тут один проход сейчас вставляем. Вон туда предохранитель и погнали дальше. Встретиться с Элиасом. Так. Окей, давай встретимся. Целая миссия для того, чтобы с ним встретиться. Видимо, что-то все непросто здесь будет. Так, здесь что? Тут как? Куда? Что? Все, я пришел. Сим-сим, откройся. Блин, ну стопудово, сейчас точно кто-нибудь вылезет из лифта. Нет? Ну нет, ладно. Поднимай. Какая громадина. Элиас, я в лифте. Уже вижу изолятор. Элиас, ты слышишь? Не слышит Элиас. Походу, сейчас мы встретимся с Элиасом, но по-другому. Элиас. Прекрати молчать. Не лучшее время в молчанку играть. Тук-тук. Ага. Прости, что не отвечал, хорошо? Был занят, эти твари прорвались внутрь. Рвут тут все в клочья. Мы можем попасть в изолятор? Ага, но он во временном питании, так что мне придется работать вручную. Не волнуйся, я смогу тебя туда забросить. Запускаю подъемник, на нем доберешься. Использовать подъемник, чтобы добраться до изолятора. Окей, ладно, пойдем к изолятору. Только тут надо сперва посмотреть, что почем. А есть у нас здесь принтер, а? Чтобы потратить то, что там насобирал. Так, мне, короче, дальше идти, да? Ну, ладно. Принтера тоже я тут не увидел. Может, тут есть. Здесь принтером тоже не пахнет. Ко мне сюда. А, вот принтер, нашел. Загрузка чертежей. Подтвердить. Хорошо. Что? Ну. Вот он чертеж. Так, чё, давайте. А, где он у меня? Вот он. 800. Блин. 800. Это печально. Так, продать у меня есть что? Продать. Ну, вот это давай продадим. Хорошо. Здесь что? 12, 6. Подъемник, Джейкоб, лезь туда. А все будет, ты не ори, а. Я тут деньги смотрел. Мало у меня тут кредитов, знаешь ли. Не, ну блин, мне кажется, прям вообще не вариант. Может быть, что-то еще продать, а? Так, ну-ка, давай-ка. Зарядись. Еще раз. Патроны все на месте. Давайте вот этих 3 патрона, короче, зарядим. Продадим, точнее. Да угомонись ты. Всему свое время. Так. Вот это вот. Да, давай. Так, продать. Опа.
Все, отлично. Все, выходи. Так, до дробовика пока далеко. 800, короче, мне надо кредитов, чтобы дробовик сделать. Ну, всему свое время будет. Жми. Поехали. Слушайте, ну вообще прикольно. Ага. Так, тихо. Тихо, твоя мать. Ладно, тебе нужно найти способ снова подать туда питание. Так, все. Я их мочканул. Надеюсь, не зря потратил. У меня патронов, короче, не осталось. Так, что ты мне дашь? Восстанавливающая инъекция ты мне дашь. Ну, допустим, ладно, ты что дашь? Блок аккумулятора для... А, надо... Блин, ребята. Надо было этим, блин, лучом подтащить их. Перчаткой. А, зря патроны все вгрохал. Так, и все, назад дороги нету, понял. Еще один инъекция. Так, еще один инъекция. И давай мы ее сразу используем. Еще один инъекция. Буду максимально здоровым ходить. Все. Погнали. Так, что здесь? Тут аккумуляторов куча валяется. Инвентарь заполнен. Ну, понятно, этих аккумуляторов понабрал. Брось, каку. Инъекция лучше. Итак. Ну-ка, если дернем предохранитель. Что это дало? Ровным счетом ничего. А два, если дерну предохранителя. Дальше что? Дальше куда? Хотел бы я выяснить. Вот сюда, видимо. Нет. Не протискивается. Давай попробуем еще раз вставить предохранитель. Может, там какая-то беда была у него. Заперто. Или лыжи не едут, или я что-то не понимаю. Что сделать-то надо? Я реально не понимаю, ребят. Не догоняю. Ну да. Проход наверх. Ага, вот он у нас. Доступ. Все ясно. Тадгхонг. Читаем. Тадгхонг. Во время обработки Сонг напал на двух членов картеля Лазуса. Потребовалось их госпитализировать. Рекомендуется использовать систему кинетического управления камерами для всех перемещений внутри изолятора, чтобы в дальнейшем избежать инцидентов с заключенными, обладающими подобными габаритами, темпераментом и количеством судимостей. Короче, опасный чувак, я понял. Так, окей, ладно. Аудио у него нет. Так, ладно. Я бы не сказал, что он прям настолько здоровый.
Ну. Так, что здесь у нас? Ага. А, все, предохранитель сюда надо вставлять. Вон и что, Михалыч. Ну пошли. Все, головоломка, можно сказать, разгадана. Так, сняли. Здесь сняли. Пошли наверх. Так, один сюда. Так. Второй сюда. Опа, опа, опа. Что началось? Так, используй силовую перчатку, чтобы хватать врагов. Бросать врага в опасные объекты. А, вон и что. Понял. Батит твою мать. Иди сюда. Так, чё, где, кто еще есть? Где-то еще кто-то есть? Никого больше нету. Или есть? Ладно. Отлично. Еще где-то кто-то есть? Ладно. Иди вон туда, жиртрес. Блин, перчатка села. Так, давай пока он... Быстро, быстро, быстро. А, блин, батарейки-то я все истратил, ё-моё. О-о-о! Тит, твою мать! Вали от меня! А-а-а. У-у-у. Ты еще раз! Ну-ка, сдохни! О-о-о. Это было тяжело, я вам скажу. Так, что там, перчатка у меня восстановилась? Нет. Еще. Давай, 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 быстро. Укол, пока никого нету. А-а-а. Пошел в сраку. Тип твою мать. Да уж. Так. Короче, батарейка нужная штука, оказывается, ребята. Как ни странно. Так, ладно. Готовься драться. Хорошо, давай, будем драться. Блин, не попал. Еще раз. И сюда. Туда в мясо тебя. Иди сюда. Да, давай так его замочим. Так. Что там у нас? Где-то еще кто-то должен быть. Ага. Иди сюда. Да блин. Почему? А, батарейка села. Все. Захватит меня бить уже. Блин. И чё, как проходить-то, ёк-макарёк?
Короче, надо опасных кидать туда. А обычных, наверное, не надо трогать. Да. Иди сюда. Ага. Еще где-то кто-то должен быть, по-любому. Вау, где-то это здоровый. Вот он. Так, это ты? О, что, батарейка села уже, что ли? Серьезно? Да сдохни ты, ё-моё! А! Так. Уже здоровье поправил. Он с батарейками у меня, конечно, напряг. Так, чё, где? Еще. Где? Откуда? Блин! Да вы запарили, ёпарасоты, как вас проходить-то нахер? Давайте попробуем так. Так, тут ничего нету. Так, один есть. Так, второй есть. Еще. Ну, где кто? Ой-ой-ой. Есть. Так, здоровяк идет сюда. Так, а ну свали, жиртрез. Отвали от меня. А! Блин, да ёлки-палки. Ух. Так, там, короче, лучше воевать, по крайней мере, пока что. Пошли туда. Попробуем оттуда. Дикое месиво, ребята, просто дикое месиво. А, блин, а! Есть, минус один. Опа, есть. Отлично. Еще. У меня достижение. Жуй-жуй, глотай. Видели, вылезло. И, опа. Блин, ничего. Еще раз. Отлично. Так, жиртрез идет. Давайте мы его тоже. О! А! Сдохни! А ну, отвали от меня. О, отлично, все. Ух, у меня здоровье там прям
можно сказать, нету. Успею, не успею я укол поставить. Давай, быстро, 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 шустро. Так, успел. Где-то еще должны быть сейчас вылезти. Они там, стой, стой, вот он. Есть, минус один. Так, тут еще один. Есть. А тебе просто сейчас по башке надаю. А-а-а! Еще раз. Сдохни. Так, еще должно быть. Так, еще давай. Еще где-то должно быть. Где? Вау! А! Блин, а! Ай, ти твою мать-то! Каски! Не, ну это, конечно, вообще дичь полнейшая. Да сдохни! Есть, минус один. Так, здесь сейчас вылезет. А, вот он. Отвали от меня. Еще. Сейчас вот здесь вылезет. Но. Да, говорю же, вылезет. Так, еще раз. А ну, сдохни. Сдохни, я сказал. Так, минус один. Есть. Этот, жирный. Сюда. Отлично, все. Так, оставим еще один выстрел. Так, с этих что-нибудь собрать надо, пока есть возможность. Ну, кредиты, конечно, это самое нужное, что мне надо. Ага. Так, где еще? Опа! Так, минус один. А ну, сдохни. Так, есть. Еще где-то, вот он. Так, так, так. И еще разок, давай. Опа, есть. Блин, самому туда бы не попасть. Так, где-то тут еще сейчас с касками будет. Так, здоровье, есть. Где, вот он. Есть, минус один еще. И оп, и сюда. Опа. И... А, блин, а! Подловил, падла. Чё? Вы там закончитесь? По-моему, этому конец пришел. Ух, етить-колотить, ребята. Капец. Так. Поищи диспетчерскую, нужно вращать конструкцию. Так. Так, все, всех. В общем, она, вот здесь, по-моему, еще что-то, да. Етить, колотить. Вот это было, конечно, ребята, жестко.
просто месиво. Так, давай, короче, уколоться надо срочно. Так, и еще надо, я думаю, по-любому вот аккумулятор запустить. Отлично. И че? Угу. Все, ладно. Я заряженный. Во всех смыслах. Ух, ну что, пошли дальше. А! Это был скример. Понял. Все, отлично. Так, заряди, заряженный. Все, пушка заряжена. Так, это что у нас? Здесь заперто. Короче, идти наверх надо, понял? Идем. Активировать управление изолятором. Так, что у нас здесь? UJC Printing at your service. Ну, пока ничего не готово. Продать что мы можем? Пока особо ничего нету. Понял. Так, что здесь у нас еще интересного есть? Ага, вот. Есть что продать можно. Понял. Еще что-то есть. Да, вот еще у нас тут. Здоровье. Это у нас по здоровью все. Угу. Так, что включил? Все, готово. Все, ладно, теперь иди к панели управления, открой камеру. Уже иду. Панель управления. Отлично, где она? Где панель управления? Какую камеру открыть? Как ее открыть? Так, здесь точно нет. В этом помещении никакой панели управления я не вижу. Так, давайте принтер. Да. А, продать, продать. Вот это вот сразу продать. Я же не буду его с собой таскать. Нет, конечно. Так, ну давай сделаем все-таки один. Где он? Вот он. Давай. Угу. Так. Это, конечно, все хорошо. Нажмите кнопку 2, чтобы открыть меню быстрого выбора оружия. Используйте колесико мыши, чтобы выбрать доступное оружие. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы вооружиться выбранным оружием. Оружие можно также выбрать в инвентаре. Так, хорошо. Кнопка 2. Ага, понял. Все, будем сейчас этим дробовиком шмалять. А у меня что с патронами на дробовика? Или там без разницы, все те же самые патроны? Ладно, посмотрим. Так, мне надо куда-то пройти. Подожди. Это жизни, жизни, да. Все, вниз пошли. Здесь выхода нету. Здесь тоже. А, вот, все, открылась дверь, которая была закрыта. Так. А, там дружбан мой. Любимый, можно сказать. Так, слышь ты, чучело, ты один тут? Или с тобой еще кто-то есть? Опа. Выскочил как черт из табакерки. Ай, иди, твоя мать-то. Отвали от меня, нахрен. Есть. А минус один. Иди сюда.
Ох, ни хрена он мне втер. Да нечем мне в тебя стрелять. Ёк-макарёк, вырубил он меня, короче. Слушайте, нелегко проходить, получается. Вообще нелегко. Я хотел к нему подойти и сзади его. Так, есть у меня, да, чем? Иди сюда. Да, блин, а. Так, опа, и на! Вот, это мне нравится. С дробовичка, конечно, мочкануть его гораздо лучше. Так, но дробовичка у меня патронов нету, ребята. Это плохо, конечно. Так, ну-ка. Давай. Давай. Опа. И еще разок. А еще на. И культяпками машет своими. Не буду я на тебя патрон тратить. Учитывая, что тут вот есть. Крен бежит. О! Капец. Так, здоровье поправил. У тебя что выпало? Ага. Вот, это уже хорошо. Так, заключенный где у нас? Вот здесь он, да? В смысле, еще один у нас заключенный здесь есть? Нашел, работает. Хорошо, сейчас буду. Там никого нету? Элайс, ты уверен, что это нужно? Опа! Вытащи меня отсюда! Что за хрень происходит? Ты знал, что это она? Слушай, я просто знал, что она сможет нам помочь, ясно? И зачем мне вам помогать? Я здесь вечно сижу, все об этом месте разузнал, я могу добраться. А ты вызовешь шаттл. А он сможет его пилотировать, у нас получится, нужно просто держаться вместе. Спасибо. Попытаюсь счастье иначе. Хочешь совет, а? Не доверяй ему, он не тот, кем кажется. Внимание, идет аварийная блокировка. Ну шикарно вообще. Меня еще и заблокировали в этом. Шикардоса. Обалдеть. Ага, я тоже так думал. Что теперь? Ты не выйдешь, пока камера не пристыкуется. Это значит, что я могу сесть на трамвай, а ты нет. Понял. Ничего, нужно, чтобы ты отправился к переработке отходов. Оттуда свяжись со мной. Передача данных завершена. Постой, что за черт? Просто небольшая мелочь тебе в помощь. Доверься плану, ладно? До встречи. Так, что-то он мне... Какие-то данные он мне передал. Что за данные, непонятно. Так, подожди. Для начала давай мы почитаем... Где? Я же подобрал этой бабы. Вот она. Дэнни Накамура. Член террористической группировки «Внешний рубеж» продемонстрировала мастерство взлома защищенных систем и сетей и систем. Разыскивается по подозрению во множестве преступлений. Также подозревается в участии в недавнем происшествии на Европе. Очень опасно не приближаться. Ну да, я уже понял. Так, ладно. Так, Сим-Сим, откройся. Ё-моё. Дальше что? Шикардосно. Пошли, Джейкоб, что делать-то?
Это все сам. Теперь давай пошли. Так, добраться до... Чего? Да блин, что ты, он когда нападает, мне тоже охота напасть. Вот, теперь давай. До свидания. Урод. Все. Так. Я вышел, давай уколимся, ну и нахер. Давай уколимся сюда. Оп. Так, а там вот эта хрень проползла, видели? Так, пошли. Вызываю трамвай. Придется прокрасться обратно тем же путем. Поищи вентиляционное отверстие в дальнем углу. Она со мной разговаривает, даже на меня не смотрит. Это как вообще, нормально? Так, что здесь? Вниз. Вентиляционное отверстие в дальнем углу. Пошли сюда. Да стопудово что-нибудь будет. Блин. Гадость это. Жесть. Это вот сломай. Нафиг. И это тоже. Короче, когда вот эти пузыри видишь, значит, вот эта хрень рядом может быть. Так, все, патроны взял. Так, идем дальше. Вентиляционное отверстие в дальнем углу. Это уже прям совсем дальний угол. Так. Да, что это было в натуре? Так, подожди. Здесь, мне кажется, можно вот... Подожди. Вот эту пушечку взять. Да иди, твоя мать-то. Его хрен подкрадешься к нему, короче, получается. Где ты, блин, тварь? Так, и что получается? Получается вот так, да? Отвали от меня, тварь такая. Так, тут здоровье выпало, я видел. Подбери. Давай пузыри пошлепаем. А блин, а вот он достал, а. Вот достал. Так, все. Ужасно, какой весь грязный, это просто капец. Так. Блин, опять уколоться надо. Иначе это будет последнее. Ух!
Так, и давай, наверное, мы этот возьмем. Опять дробовичок. Ну, дробовик такой. Наверное, обрез больше. Так, и надо сохранить игру. Отлично, погнали. Так, сюда идет проход? Нет, идем здесь. Так, теперь вниз. А, так вот. Падла. Так, нам, я так подозреваю, сюда? Нет, не сюда. Идем дальше. И куда мне идти-то? А, все понял. Ясно. Ну, сюда, значит. Так, слушай внимательно, Джейкоб. Это вентиляционное отверстие в дальнем углу ведет к переработке отходов. В каком опять дальнем углу? Ни хрена себе, дальний угол. Так, надо за... Надо, короче, зарядить оружие-то. А то вот так вот стрельнуть, а у меня там ничего нету. Прям засада. Так, окей. Что здесь? Это не разбивается, понял. Значит, тут только... А, о, вот это что, надо подобрать. Пошли. Роботы! Это, конечно, уже вообще не тот уровень. Не то пальто. Так, идем сюда. Так, для дробовика еще патроны взял. Это хорошо. Дробовичок, это, конечно, приятно. Так, перелазим. Еще патроны вижу. Так. Используй оружие дальнего боя, чтобы выстрелить в голову робота. Ага, понял. Так, иди сюда. Мне надо в голову робота выстрелить. Я тут чуть-чуть рычат, ё-моё. Ну это же не оружие дальнего боя, иди твою мать-то. Я же выбрал, блин, вроде этот, пистолет. Капец. И даже не обратил внимания, что я стреляю, блин, с дробовика. Нашел оружие дальнего боя. Ладно, чё, погнали. Ага. Так, двойка. Двоечка. Вот. Оружие дальнего боя. Ну нет же опять, какого хрена ты мне тут взял-то? Я же тебе сказал, блин, пистолет надо. Вот. Эй-эй! Блин! А как его победить-то, ёк-макарёк? В смысле, используя оружие дальнего боя? Чё-то прям я даже не знаю. Так, давай, еще раз. Combat mode enabled.
resuming search. Cascading failures detected. А, я его сломал, прикиньте. Вот это действительно был поворот. Так, все. И что, я с него могу что-нибудь взять? Опа. Расшифровщик. Новый чертеж взял, получается, да? А, компоненты, которые можно по умеренной цене обменивать на кредиты. А, это, короче, тоже для продажи. Понял. Это тоже для продажи. Так, еще. У меня нету инъекций больше. Вот это плохо. А, и подожди. Надо вернуть обратно этот. Все, погнали. Заряженный. Ага. Отвали от меня. До свидания. Отдыхай. Тебе ж сказали. До свидания. Все. Так, ну с этими я уже маленько приноровился. Так, что за музыка заиграла? Че? Тут че мы? Здесь идем? Да. А подожди ты, куда ты? Так, добраться до трамвая. Свяжись со мной, как будешь в контрольной точке. Хорошо, свяжусь, только подожди, я тут не собирался залазить. Я хочу еще там посмотреть. Там вроде место есть какое-то. Вот здесь. Что здесь? Да, вот, видишь? Преобразователь энергии. Кредиты там нужны будут потом. Все, погнали. Опа. Сейчас вылезет вот здесь вот тоже. Он со мной рядом, этот хрен. Так, где вылезешь? Я, так, и последнее. Там есть ловушка, чтобы заключенные не сбежали. Так, поподробнее. Какая ловушка? Ты что, мне про ловушку ничего не говорил? Рассказывай давай. Где эта ловушка? Что за ловушка? Так. Да ну нахер! Серьезно? Так, а где я появился вообще? Так, и последний. Там есть ловушка, чтобы заключенные не сбежали. Ну, в принципе, да, недалеко я тут, да? Ну, я думаю, на сегодня на этом будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайки. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч.